Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть на канале Китай Мазай. И сегодня мне бы хотелось немножко отойти от тематики смартфонов и представить вашему вниманию довольно интересный способ использования вашего кальяна, а именно Aspire Proteus E-Hookah. Другими словами, это электронная чаша. В комплекте идут сама электронная чаша, руководство пользователя, microUSB кабель для зарядки нашего устройства. Вверху нашей чаши находится резервуар на 10 мл для заливания нашей жидкости для парения. Внизу расположились два разъема для батареи по 2500 мА, которые также идут в комплекте. Конструкция чаши очень проста, на детали разбирается очень быстро и легко. Заливать жидкость для курения можно двумя способами. Через отверстие на резервуаре, которое прикрыто резиновым кляпом, или путем отвинчивания крышки резервуара. Вот и вся сложность. Просто берете чашу, заливаете жидкость в резервуар, устанавливаете на любой кальян, который завалялся под рукой, и наслаждаетесь дымным и вкусным любимым вкусом. Проще не придумать. Приобрести это чудо можно на площадке AliExpress. И не забывайте получать скидку размером 8,5% с кэшбэком. Все ссылочки будут в описании. Спасибо, что смотрели этот обзор, ставьте оценки, делитесь своим мнением и, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. Чао!